День работника налоговых органов отмечается сегодня в России. Налоговая система нашей страны начала создаваться еще при Иване Грозном, но профессиональный праздник налоговика был утвержден лишь в 2000 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил налоговикам поздравления с профессиональным праздником. Руководитель региона напомнил, что за 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет региона поступил почти 141 миллиард рублей. Это на 8% больше показателей прошлого года. Также он отметил, что именно налоговые службы администрируются более 90% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов области.